Лебедевой. Всем привет! Спасибо тем, кто нас смотрит. Напоминаю, что в эфире программа Weekend Магнитогорской государственной телерадиокомпании. В студии Юлия Лебедева. А начнем мы наш Weekend по традиции с обзора предыдущего выпуска нашей программы. В магазине «Компьютер-центр» на Грязнова 39А мы приобрели ультрапортативный хай-тек дизайна ноутбук. Теперь программа «Weekend» может отправляться куда угодно. Поменять свой стиль жизни, а соответственно и образ – мечта многих. В магазине «Версия» нам предложили не один десяток вариантов нового гардероба. Продемонстрировать свой новый наряд, а заодно и интересно провести время, можно в культурно-спортивном комплексе «Универсал». На ваш выбор увлекательный боулинг, уютное интернет-кафе, фитнес-центр для здоровья и души, а также вкуснейшая боул-пицца. В общем, универсальный отдых на любой вкус. Человек без общения – не человек. Что только не придумывает для того, чтобы он мог общаться в любое время и в любом месте. Прогресс в мире связи постоянно усовершенствуется, и предела этому в ближайшее время не предвидится. Современному сотовому телефону не хватает функций стиральной машины и фена. А так, чего только не может наш друг сотовый. И все же, главная задача сотового телефона – это устойчивая надежная связь. Сотовые телефоны уже давно не роскошь, а средство общения. Теперь мобилу можно обнаружить не только в Мерседесе преуспевающего бизнесмена, но и в столь необычном месте. Если ваш мобильный помощник морально устарел и не справляется с возложенными на него функциями, смело отправляйте ни к чему непригодный аппарат в ближайшую урну. А сами поспешите в магазин «Компьютер-центр», который находится на улице Грязнова, 39А. Здесь на ваш выбор представлены различные модели сотовых телефонов. От простых с оптимальными функциями до последних образцов стремительного технического прогресса. С многоголосой полифонией, цветным дисплеем, голосовым управлением, с фото- и видеокамерой. По мнению продавцов-консультантов «Компьютер-центра», все большее распространение получают телефоны в корпусе книжки. Они же раскладушки. Такое исполнение очень удобно. Телефоны занимают меньше места, исключается случайное нажатие клавиш и защищается от повреждений экран. Информация для тех, кому поднадоел свой сотовый телефон. В «Компьютер-центре» можно сдать или обменять устаревшую модель на новый продвинутый телефон. При этом ни за обмен, ни за покупку можно сразу не расплачиваться. Для вашего удобства в магазине предусмотрен кредит до 10 месяцев. В этот уикенд нам приходится не только искать ответ на вопрос, какой сотовый телефон выбрать, но и определиться с оператором и тарифным планом. Во-первых, в «Компьютер-центре» вам индивидуально помогут подобрать тарифный план. А затем вежливо и оперативно подключат к наиболее популярным провайдерам в Магнитогорске – МТС и Юст. А во-вторых, порадуют небольшим подарком – карточкой экспресс-оплаты. Пусть мелочь, но приятно. Общение общением, а кушать хочется всегда. Но надо же, и тут никак не обойтись без телефона. С наступлением по летнему теплой погоды совсем не хочется сидеть дома, а уж тем более заниматься приготовлением обеда или ужина. Программа «Weekend» призывает всех оставить будничные хлопоты, быстренько привести себя в порядок и отправиться гулять. Всех поклонников программы «Weekend» поздравляем с началом летнего сезона, давайте познакомимся. Встреча и общение с новыми интересными людьми – всегда праздник. В общем, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ваша милая встреча в парке легко может превратиться в веселый пикник, если вы воспользуетесь вкусным предложением от культурно-спортивного комплекса «Универсал». Набрав номер 21 74 10, вы сможете заказать настоящую пиццу – челентани, дьявольскую ливони или три цвета. Всего более 20 сортов. Мы решили попробовать маргариту. Рецептура в болл-пиццерии очень оригинальна и при этом проста. Специальное тесто для пиццы,
соус из свежих помидор, моцарелла, ветчина, брокколи, болгарский перец, последний штрих, и ваша пицца уже подрумянивается в специальной печи. Вы даже не успеете моргнуть глазом, как курьеры доставят вашу болт-пиццу в любую точку города. Напоследок маленький совет. Заказывайте сразу побольше. Пицца очень вкусная, а летний вечер длинный. Продолжение следует. Вот с кем нельзя общаться по телефону, так это с матушкой природы. Перед тем, как мы отправимся на встречу с ней, предлагаю заглянуть в магазин. Спорт Крон и активный образ жизни. Активный образ жизни и Спорт Крон. Одно без другого просто немыслимо. В этом магазине спортивного снаряжения и одежды есть все. Футболисты могут экипировать с головы до ног, комфортная форма, крепкие бутсы, надежные перчатки и, конечно же, прочные футбольные мячи. Если вы любитель такого эксклюзивного отдыха, как дайвинг, загляните в Спорт Крон. Здесь есть что выбрать. На этот раз из всех предложенных вариантов активного отдыха меня заинтересовали ролики. Выбор сделан. Помчались. При возможности покатайтесь на скейтборде. Очень прикольно, особенно когда только учишься. В следующий уикенд мы обязательно заглянем в Спорт Крон, чтобы экипироваться для поездки за город. Как известно, человеку хочется всего и сразу. А такое бывает. Солнце, свежий воздух, безумно красивая природа. Плюс комфорт. Первая серия весеннего уикенда в Абзаково. Говоря о комфорте, мы подразумеваем гостиничный комплекс Абзаково, в котором вам всегда предложат уютные номера с различными дизайнерскими изысками и всеми необходимыми удобствами. Досуг в Абзаково разнообразен. Каждый здесь найдет развлечение по душе в любое время года. Детский уикенд в Абзаково – настоящий праздник для вашего ребенка. Встреча с пушистыми, ушастыми и хвостатыми доставит радость не только вашему малышу. Я думаю, вы тоже сияете от умиления. Собираясь в зоопарк горнолыжного центра Абзаково, прихватите с собой что-нибудь вкусненькое. Барин будет очень рад отведать ваше угощение, а отблагодарят вас неуклюжим медвежьим танцем и ласковым рычанием. Прогулка по весеннему лесу верхом – изысканный отдых для настоящих романтиков. Если же вы искать от чего-то необычного, не раздумывая, присоединяйтесь к нашей конной прогулке. У вас еще есть шанс увидеть и почувствовать пробуждение природы, поднявшись на своем скакуне высоко в горы.
Здесь, вдали от цивилизации, царит умиротворение и покой. Всем тем, кто сейчас находится на Большой Земле, в родном Магнитогорске, советую срочно позвонить в горнолыжный центр Абзакова по телефону 259-387 и организовать свой следующий уикенд на природе. Вас ждет двухчасовой сплав по близлежащей горной реке, увлекательная прогулка верхом, веселый зоопарк и пикник с шашлыками. Приезжайте, не пожалеете! На исходе 20 века, когда жизнь непонятна ему, это как же надо любить человека, чтобы взять и поехать к нему. Вы успели заметить, что темой нашего сегодняшнего занятия в Академии свободного времени так или иначе была тема общения. Но трудно не согласиться с тем, что никакой прогресс не сможет заменить личного общения. Будь то общение друг с другом или с природой. И все же, звоните нам, ведь ваши советы и отзывы о нашей передаче помогают сделать наш уикенд более интересным и разнообразным. Мне остается поблагодарить вас за внимание. Вы смотрели программу «Уикенд». С вами была Юлия Лебедева. Наш телефон 21 26 67. Звоните, пишите. Хороших вам выходных. Пока-пока. Время уикенд. Время уикенд. Время уикенд.